Всем привет-привет! И с наступающим Рождеством! Конечно же, еще только через полтора месяца Рождество и Новый год, но магазины уже продают украшения к Новому году. И ну, здесь у нас в Австралии к Рождеству. И вот я в небольшом таком сувенирном магазинчике. И хочу сделать вам небольшой обзор украшений на Новый год. Конечно, у нас здесь в Дарвине очень мало чего интересного можно найти, прикупить в нашем небольшом городе. Вот в Сиднее и в Мельбурне, конечно, очень много красивых украшений. Но вот этот магазинчик мне нравится. Этот магазин все для дома, и у них бывают интересные украшения. Так что смотрим. Вот смотрите, это лондонская телефонная будка Санта-Клауса. Елочки такие. Кстати, 2021 год, кто еще не знает, это год. О, совсем мало еще. Я думала, здесь обычно вот здесь уже все в новогодних украшениях. Но, как видим, нет, еще не завезли. Может, конечно, это связано и с коронавирусом меньше, потому что я не вижу так много красивых вещей. Вот, я начала говорить, что это будет год... Сори. Год белого металлического быка, поэтому я вот смотрю... Такие украшения в белом, в серебристом цвете, и, может быть, в светло-голубом или лавандовом. Вот эти коробки подарочные. Олень мне вот этот нравится очень. Красиво сделан. Так, я смотрю, вот такие цветы. У меня вот есть такого цвета. Серый мне не нравится, надо белые. Белый только один. Посмотрите, еще больше не очень симпатичные. Розовые такие у меня есть, я в прошлом году покупала. Надо выбрать белые. Да, белый смотрится неплохо. Сейчас похожу, погуляю. Может быть, прикуплю белый. Еще один олененок сидит. Здесь автобус такой. И там в машине елочка крутится. Не в машине, это караван для путешествий. Там тоже лондонская будка телефонная. Здесь маяк. Вот Санта-Клаус. Мы купили в прошлом году в Сиднее. Примерно такой. Ну да, в общем, совсем немного. Пока еще, может быть, позднее подъедут украшения, но пока еще вот так, совсем немного. Я была в прошлом году в этом магазине, и был весь тот угол уставлен украшениями. Гномик симпатичный. Но я буду смотреть все только в бело-серебристом цвете в этом году. Веночки, но тоже не та цветовая гамма. Кстати, покажу вам цену. И без очков можете посмотреть, пожалуйста. Ну и здесь подарочные пакеты, упаковки.
такие девочки новогодние, симпатичные. Вот этот ангелочек мне нравится. Так, шары. Большие такие шары, но нет, они немного в бело-золотистом цвете. Не надо мне. А вот этот вот гном абсолютно подойдет. Сейчас я обойду с другой стороны. Да, вот эти гномики интересные. И они подходят по цветовой гамме. Симпатично. Вот эти девочки нравятся. Ангелочки. Здесь такая мятная цветовая гамма. Мятный цвет. Ну вот так, сейчас я еще зайду. А, вот какие олени интересные, смешные. Ну вот такой вот сувенирный магазин. Начало украшений. Скоро уже недельки через две мы будем украшать нашу квартиру, поэтому начали присматривать уже все. Ну а здесь уголок Санта-Клауса, чтобы делать фото ребятишек с Санта-Клаусом. Так все украсили эту эрию, сани для Санта-Клауса. Вот. Вчера вечером Санта-Клаус прилетел в Дарвин на вертолете. Было такое для детей мероприятие устроено. Кожирение. Конькио. Кожирение. Зовет меня зайти. Вот такая мебель здесь. Уголок такой. Фильмы для детишек, когда приходят. Сейчас уже перед закрытием. Санта-Клаус сидит, смотрит фото, которые сделали. И вот такой вот дом Санта-Клауса здесь. Стол, украшения и лампы. Так, я начала говорить. Вчера было мероприятие в моле местном, в Кожирине. Санта-Клаус прилетел на вертолете. И дети были наряжены уже в такие костюмы. Выбиралось три лучших костюма детских нарядов. Кстати, посмотрите, вон там живые настоящие попугаи сидят. Не игрушечные. Смотрите, вот зеленый. Там голубой и белый кокоту с желтым хохолком. Живые настоящие попугаи здесь. Вот так вот делают фото в этих санях. Так что Санта-Клаус прилетел 13 ноября в Дарвин на своем вертолете. А это мы заехали в другой молл, торговый центр Gateway. Здесь тоже уже все украшено к Рождеству. Такие шары огромные. Там шары такие огромные на потолке подвесные. И в этом же шопинг-центре тоже место для фото с Санта-Клаусом. Так вот. Яркие бирюзовые золотые шары, яркая цветовая гамма. Вот здесь вот можно
письмо написать Санта-Клаусу и опустить почтовый ящик. Олени симпатичные. Часы. Хочу показать вам еще вот такое украшение, религиозное, Рождество маленького Христоса или Иисуса. Это тоже рождественское украшение. Друзья, ну вот такая небольшая предрождественская история сегодня у нас получилась. Посылаю всем немного новогоднего, предновогоднего настроения. Начинайте украшать свои дома, начинайте покупать подарки, ведь это самый долгожданный праздник в году. Всем пока-пока!